Сегодня день нашего общего успеха. Мы все вместе предоставили шанс дипломатии. Украина никогда не хотела этой войны. Преступная и совершенно неспровоцированная агрессия России, и единственный, кто ее желал, это Путин. В любом случае мир сильнее. Потому родилась формула мира. Формула единения мирового большинства ради мира. Ради полной действенности целей и принципов устава ООН, международного права, а следовательно и глобальной безопасности. Это то, что близко каждой нации мира.